Привет всем, друзья, солнечной Молдавии, с Григоровки. Погода сегодня шикарная, смотрите, какое небо. Небо. Это костел Григоровский, католический. Говорит, мама, быстрее, мы на автобусе будем. Ю-ху! Мы едем в Копачены к дедушке. Вчера дедушка был у нас в гостях. Мы праздновали католическую Пасху. У меня мама же католик. Бабушка приготовилась там. Голубцы, холодец, салатик. Мы шашлык делали. Но ничего не снимала. Как-то в семье хотелось посидеть, отдохнуть. Во, красота. Эх, хорошо дома. Классно. Тут все перекопали. Какую-то траншею делали. Я чуть не поняла, для чего. Дороги делают. Не, ну траншеи. А, канализация. Куда мы пришли? Классно, вот в Копаченах, видите, игровая площадка. Это прямо выше, где живет деда. Круто. Здорово, можно в футбол погонять. Там можно посидеть. Смотрите, как прикольно. Красиво так заборчик покрасили. Во, горочка, качелька. Такая вот качелька. Песочек. Ты довольный? Самое главное, что ты довольный. Мамочка счастлива. Круто! Чуть-чуть такая горочка советская, можно попку поцарапать, но ничего. Смотри, попа зато грязная. Есть. Круто! Кайф! Классно! Да, у нас на долине тоже есть та старая, типа по кругу. Но там такой сквозняк. И Васюгнари скатур, Красноярский скатур. Ага, надо в натуре. Круто! Тебе нравится? Да. Классно. Самое главное, что тебе нравится. Я бабушкин платочки бы привязала. Папа может. Все что угодно. Осторожно, держись хорошо. Вот так. Я не боюсь. Ты не боишься, конечно. Ты смелый. Смотри, папа, как делать. Хоп. Я не знаю. Эх, сейчас самая рыбка, Сашка, мой, да, скидай. Папа, держи его. Давай. Вообще, погодка шикарная. Немножко ветерочек, но по-любому классно. Давай, садись. Хорошо? Держишься? Вау. Хоп. Это круто. Видишь, как хорошо у деда? Да, супер! Давай, ты еще тут. Вау! Круто! Вот так! Крыша! Какой ты смелый! Давай еще, давай! Нет, держись тут, папа держит! Держись оттуда, не бойся! Давай, спасибо. Вот так, видишь? Ты боишься. Браво! Ну, давай, еще, давай! Ногу поднимай. Ну, все пройдет, дай. Папа вам не мама. Вау, как круто! Давай, Давид! Круто! Деды, руки вверх. Классно. Давай. Вот сделали такую игровую площадку. И кайф. И детям, и родителям. Круто. Так, тихонечко. У меня там бэйби тоже катается. Тот маленький, тот человек. Паша, шоу. Все? А небо какое красивое. С одной стороны, классно, что вот так засыпали дороги щебенкой. А с другой стороны, так тяжело идти по этой щебенке. Такая погода обманчивая, только что солнышко 5 минут назад прям так светило, и все, смотрите, как прохладненько. Тихонько, Дева!
Как здорово деда сделал. Можно шашлычок жарить, стол, стулья поставить. Круто. Ну, деда, что это у вас за коллекция? Продаете яйца или купили? А это деда домашний. Это он их собирает сейчас на Пасху. Будет красить, за помаду уже будет давать. М-м-м. Классно, когда есть домашние яйца. Супер, супер, супер. Вот деда теплицу сделал. Будем кушать наши помидорчики скоро, да? Огурчики. Без ГМО. Такой ветерочек поднялся. Ух. Какие цветочки шикарные. Это топураж. Топураж, топураж. Ого. И в Копаченах, видите, тоже тут копают канализацию везде. Тут дедушка мой раньше жил. Эх, было время. Встречались все внуки. Сейчас все поразъезжались кто куда. Уже не встречаемся мы с двоюродными. А когда были детьми, классно проводили часто время у дедушки, у бабушки. Было круто. Да, мы сейчас пойдем к бабушке тоже. Мы были у дедушки, сейчас пойдем к бабушке, да? Да. Круто. Да, я. Круто, когда есть и бабушка, и дедушка. Да, я чудесно. Море, море. А чего тут собирается вода? Угу. Я помню, как мы раньше сюда приходили в бар. Типа диско-бар. Вон там даже написано бар-бар. Все валится, ничего не строится. Эх, были времена. Есть что вспомнить. Есть что вспомнить и детям рассказать. Вот как мне сейчас тут пройти? Барш, примаш, что это такое? Как круто! А это знаменитая Копаченская кофейня. Можно на дискотеку. Сколько приходили? И пешком, в снег, в дождь шли на дискотеку. А сейчас лень пройтись, блин, до магазина пешком. Вау, какая качеля у них тут. Идем, идем купим джелату. Я тоже хотела бы такую качелю себе во дворе. У-ху. Круто. Идем, ты хочешь джелату? Остановку классную сделали. Вон закрытая, когда дождик. Есть где спрятаться. Молодцы, молодцы. Клуб, клуб. Сколько тут тоже было танцев. Сколько мы выступали на сцене. Эх, есть что вспомнить. И тут площадка открыта. Детки могут поиграть. А в Григоровке нашей глухо-глухо. Там у них тоже маленький стадион. Да, мамочка сядет и отдохнет, да? Даже качелька, горочка, песочница. Только осторожно, хорошо? Сегодня сделала вам экскурсию по Копаченам. Привет копаченским, кто меня смотрит. Может, кого-то нахлынула ностальгия по селу. Немножко поснимала. Хотя это не мое родное село. Мое родное село же Григоровка. Но у меня с Копаченами очень много воспоминаний. Давай, тут, тут, тут. Да, давай, тут, 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 тут. Мой папа покойный, сам с Копачен. Так что очень много воспоминаний у меня с Копаченами. Качельки. Счастье ты мое. Ну давай, дай мамочка тебе посадить. Круто? Сильнее? Я боюсь сильнее. Да видно, так качели чуть-чуть, я боюсь сильнее. Мама как-то не доверяет этой качели. Кайф. Папа кушает мороженое. Дедушка что-то рассказывает. Эх, как хорошо дома, друзья. Хорошо дома, с родными.
Круто! С мамой, стой, стой, подожди! Подожди, подожди! А, не могу! Это мы ждем местный автобус, едем домой, до бабуси. И заодно играемся немножко на этой площадке. Круто! Давай, иди на горочку. Осторожненько. Оп! Опа! Хорошо, хорошо дома, друзья. Где бы не было хорошо, а дома лучше всего. Да, мы потом купим ведерочку с лопаткой и придем сюда играть, хорошо? Давид, как тебе местный транспорт? Залез в болото, весь в болоте. Смотрите на него. Давид, ножки держи так. Видно, что в село приехало до трена. О, не могу. Все, едем домой. Мы как на американских горках. Едем к бабушке. Все. Эх, а наша Григоровская остановочка страшненькая, страшненькая. Где нашел у вас Додон еще? А у вас Капучино кто уже? Санду? У нас уже Санду. Бежим, 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 быстренько. Тут надо быстро, быстро, быстро перебегать дорогу. Идем домой, будем отдыхать. Давидка устал, напрыгался, набегался. Идем отдыхать.